Тратила на все эти улучшения. Первая ринопластика $2000 в нее обошла. 120 тысяч рублей. Да, вторая ринопластика и грудь одновременно я делала €6000. 420 тысяч, да, дальше. Вот, третья ринопластика обошлась около 300 тысяч рублей. Виниры 1000000. Ну, собственно говоря, губы, вот это вот всякие мелкие инъекции. Как родители вообще, как они реагируют? С 18 лет я живу отдельно от родителей и все решения абсолютно сама принимаю. Конечно, безусловно, мать с отцом переживали, но увидели результат. Моя внешность приносит мне деньги. Вот, и они прекрасно поняли меня и поддерживают в любых начинаниях. Большие деньги приносят внешность? Вы знаете, в месяц я получаю около 1,5 миллиона рублей.